Завершилась благотворительная акция по сбору елочных игрушек и украшений «Елка в Новороссию». Она была организована Ассоциацией уполномоченных по правам ребенка в субъектах России. За 2 недели на призыв помочь организовать праздник для детей Луганской и Донецкой народных республик откликнулись более 10 учреждений нашего региона. Одними из первых новогодние украшения принесли представители прокуратуры, а также воспитанники и педагоги детского дома. Студенты социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского приготовили для детей Новороссии специальные новогодние сюрпризы, сделанные своими руками. Посылки с праздничным грузом 4 декабря лично повезет уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Гашева. После этого они будут отправлены с гуманитарным грузом на юго-восток соседней страны, где не прекращаются боевые действия. Для того, чтобы показать сопричастность наших детей, детям, которые остались жить в Донецкой, Луганской народных республиках, сопричастность, доброжелательность, понимание того, что независимо от какой ситуации, военной ситуации или мирное существование, дети на всей планете, у них должно быть детство. Те новогодние игрушки и украшения, которые будут принесены после отправки новогоднего груза, будут распределены между нуждающимися детьми, в том числе среди вынужденных переселенцев, которые сейчас проживают на территории нашего региона.